20 монахов там. А вот то как раз Афон возвышается. Вот он, гора Афон, да? Вот гора Афон. Вот вокружка его. Видна. Вокружка видна вот сверху. Погода очень хорошая. Восхождение как сюда свободное, или там надо заранее тоже все это оговаривать? Где? На Афон. На Афоне у нас, знаете, какая это самая? У нас вот здесь... Пантелеймонос. У нас здесь, я часто бываю здесь, и у нас завязки здесь. Вот с монахами я, ну, им оказываю помощь медицинскую. И как ли настоятель нас хорошо знает, мы сюда сходим, и нам открывает димонтериона. У нас даже в прошлом году мы из годовые дни там терены, все редко открывают на год. Обычно это и не открывают. У нас были добры, у нас свободный доступ сюда. И отсюда мы логопед я тоже отправлял запрос. Они ни разу не ответили. А, вот так вот. Да, они. Надо по одному писать. Они большие группы не приветствуют. Надо заранее по одному писать. Вот одному. А вот на три взяли, а дальше где-то просто продлять? Нет, уже наш димонтерион, он годен на все пребывание уже на входе. Он дается на 3 дня, и это просрочился, не просрочился. Вообще-то, по идее, 1 день каждый монастырь обязан принять. На 1 день, на 2 очереди. Нельзя никогда. Какая красота Пантелеймона. Вот это основной храм наверху, внизу вот это келья для паломников, вот, а наверху вот храм посередине, вот такой вот здесь храм Пантелеймона. А вот эти дома, вот это для паломников, это, да? Это грудники, общежитие, мельница у них пекарня хорошая. Вот это вот, которая вот вторая, вот стоять отсюда, это для паломников, вот прямо для паломников. А мы бываем вот эти вот деревянные балконы, вот там. Вот там больница вот здесь, вот эти скажи мне в больнице. Сейчас следующий год на 8-й, все храмы должны менять, всех паломников. Даже водопед. Даже водопед. А там пояс Пресвятой Богородицы? Водопей. Они все мощи выносят. Все. А на Пасху все мощи выносят? Каждый день. Каждый день? Да. Если даже вас не примут, вы можете утром поехать, дождаться мощей. И вечером туда уехать. А, не обязательно ночевать. Просто там можно походить. Это не разрешает. А ночевать они не... Ночевать вы можете в Андреевском скиту, всех принимают. Андреевский скит. Там рядом находится, в Карисе. Там есть гостиница еще в Карисе. Ну, сейчас будет переполнено все. А в смысле гостиница переполнена? Или все будет переполнено. Все? Особенно вот с 5 числа уже. 5, 6, 7 будет уже наплыв паломников. И желательно уже... Заранее взять, да? Пантелеймон очень хороший. Здесь, понимаете, в отличие от других, язык-то не знаешь. Как службу выстоять на обязательно, ты не понимаешь ничего, а тут ты все понимаешь. И поэтому всегда вот мы здесь больше остаемся, чтобы помолиться. И здесь голова Пантелеймона вообще. Голова. Они его выносят. Каждый. Вот сейчас на праздник каждый день буду носить. А так вот в воскресенье, только в воскресенье. В определенное время выносят или да, как? Да, после службы. Сейчас очень хорошая панорама. Вот наш друг Митрофан, он с этого, с Украины, он вот эти кресты сам красил. Это сложно подниматься туда. Да, он, наш друг Митрофан, он сейчас прилив спал и ушел с монастыря. Серьезные эти будут направления. Он 15 лет прослужил здесь.
душ враг сильно опирает на людей, особенно на монахов опирает. Вот благодаря ему мы здесь и годовые нам демонстрированы сделаны. Вот это для паломников все вот эти корпуса. Вот мы на третьем этаже жили. Это для, там тоже для тружеников вот этот корпус. Там тоже жили. Ну, а там надо, если служба идет, полный зал. Да, вот наверху основном кельи для этих, для священников и прихожан, которые приезжают с Москвы, с правительства. Путин там жил вот наверху, вот в этом храме. Вот. Там большой храм наверху.
Ну, это так называется, да, здесь? А вот родился до перестройки, знал бы. Неделю. Пошли. А потом это вода, которая вытекает. Знаешь, рюкзаки давайте бросим здесь, достойно здесь, потом зайдем покушаем. А где? Тут же недалеко. Здесь. Да вот это она за углом. Так ну, там пошли мы туда. Там, ну, пошли. Записывать, а потом все это будет иметь. Иметь. Вес. Что-то будет Ну что? Лишнее подтверждение, что у людей... А вот заброшенный монастырь, видишь? Вот тут, да? Да, заселяйся и живи. Ну, там заселили сербов, но не настроили. А, сербы уже заселились? Там осталось, еще лежит. Мне вот там фильм прислал, монах тоже. Дорогу пойдем. Иди сюда, не знаю. Хады на мою сторону. Нам надо второй прийти, они сами потом встанут.
устроимся здесь, у нас здесь вариант есть гостиницу устроиться. Да. Давай. Или пойдем в этот самый вон. Устроимся в этот Андреевский скит там вообще. В гостинице. Мне тоже там нравится.